Весенние полевые работы пройдут качественно и в срок. Столь оптимистичное заявление сегодня сделал министр сельского хозяйства. Ербол Каршукеев доложил Кабмину, что главное сельхозведомство готово к началу посевной на 100% и уже даже начало поставлять удешевленное дистопливо в регионы. При этом отправляют льготное горючее не только на юг страны, где полевые работы начинают раньше всех, но и в другие области. Всего профильным ведомством на посевное выделено 140 миллиардов тенге. Минсельхоз планирует увеличить объем льготных ГСМ до 413 тысяч тонн. Предельная стоимость горючего составила 184 тенге за литр. Однако теперь его будут распределять в онлайн-режиме с учетом площадей и видов посевов. Обойти систему и получить больше дешевого дистоплива ни у кого не получится, заявил сегодня министр. Электронное распределение внесет ясность. Тут на две части делится цифровизация именно распределения. Первое – это прием заявок. Второе – это распределение среди сельхозтоваропроизводителей. И цифровизация в этой части должна существенно повысить справедливость распределения и контроль за дистопливом.